Ну что, ребята, хотите такое же качество дипфейка? Я вам сейчас покажу, как его сделать, но вашей видеокарте придется однозначно пропердеться. Всем привет, неожиданное видео началось, да? Обычно по-другому всегда начинается, примерно так, а теперь началось с другого. Итак, что я вам сейчас буду рассказывать, показывать, вы прекрасно уже поняли и знаете. Я буду вам показывать самый крутой дипфейк, который вообще можно сделать с помощью программы Deepface Lab. Да, время это занимает очень много, но результат просто поражает. Вот эти дипфейки, показываю сейчас вот здесь вам, с Ди Каприо, допустим, были сделаны с помощью Deepface Lab. Я не знаю, сколько по времени делали и тренировали эту модель. По моим расчетам, где-то, наверное, неделю не тренировали. Больше 1 100 % итераций там было сделано. И очень хороший датасет был подобран с Ди Каприо. Я сделал датасет свой с Крисом Хемсвордом, мне есть чем с вами поделиться, рассказать, как это все делается. Так что давайте приступим, наверное. Показываю вам свой экран. Не хочу затягивать, сейчас очень быстро пробегусь, просто что куда жать, вам расскажу. И потом, возможно, будет следующее видео еще по этой же теме, с оптимизацией этого всего. Когда вы получите свои какие-то результаты, вы будете ими не удовлетворены, скорее всего. И я вам покажу, как сделать еще лучше результаты. Итак, Deepface Lab, ссылочка в комментариях, как всегда, либо в описании. В описании, скорее всего, заходим. И смотрим, что это такое. Это, да, самый крутой дипфейк. Поддерживаются у нас видеокарты NVIDIA и AMD, между прочим. AMD-шники тоже, наконец-таки, у нас кайфуют. Итак, расширение, что самое интересное. Для крутого дипфейка вам нужно расширение от 320 где-то. В моем видео было расширение 256. 256 в моем было видео расширение. Датасета моего где-то вот в этом промежутке. И тут написано, как бы 448 на 448 можно тренировать, если у вас 11 гигабайтов видеопамяти. Ни хрена подобного, ребят, 16. Здесь 16. Максимум, что я мог запускать у себя, это 320. То есть мне как-то не пошло вот с 480 на 408, хотя видеокарта 3080 Ti вроде как. Чтобы сделать самое крутое качество, это, ребят, 24 гигабайта видеопамяти. Это у нас видеокарта из обычных, где-то, ну, 3090, 390 Ti, 4090, 4080 не подойдет, у нее 16 всего. Так что, ребят, если вы хотите вот такое превосходное качество, вам нужна крутая видеокарта. У меня нет, к сожалению, такой видеокарты. Я не могу посмотреть, как это будет выглядеть, если так тренировать модель в таком качестве. Я думаю, результат будет просто феноменальный, какой-то потрясающий. Прям не отличить. Вот все дипфейки, которые были сделаны с Леонардо Ди Каприо, с Томом Крузом и так далее. Это было сделано все здесь. Сейчас сам буду показывать все здесь, как это сделать. Вот у нас долистали мы практически до самого низа. Релиз здесь написано. Есть торрентовская ссылочка, можем нажать через торрент скачать. Я через Мегу, наверное, рекомендую скачивать. Мега NZ, нажимаем на ссылочку на это, у нас открывается Мега, и здесь выбираем нужную нам версию. Сейчас я покажу вам. Смотрите, есть здесь 4 версии, на самом деле их 3. Для AMD-шников качаем вот этот, DirectX 12 от 05.04.2022 года. Для NVIDIA 3000 линейки и выше качаем вот этот сборочку, а для 2080 линейки и 1660 вроде тоже 16-ю, а хотя от тысячной до 2000 линейки качаем вот эту серию, 3000-я, 4000-я, вот эту скачиваем. В принципе, у нас появляется вот такой CNDP архив, я их сэшный разархивируем его куда-нибудь, я уже разархивировал. Вот у нас такие здесь файлы, очень много, нихера не понятно, сколько файлов. У нас здесь 56 батников каких-то, хрен знает, что они сделали, сейчас я вам все покажу, расскажу. Самое главное, что у нас здесь есть, это Workspace. Называем сюда, заходим, здесь у нас 3 папки будет и 2 файла каких-то аудишных. Data SRC, это у нас файл, откуда мы будем брать лицо, откуда мы будем брать лицо. То есть в данном случае я брал лицо с интервью. Вот такое. Вот видите. Вот отсюда вот я брал
выбирал лицо. А здесь вот это куда мы будем вставлять наше лицо. То есть в данном случае у нас... Сейчас покажу вам. Ну что, ребята, вот такое вот такое же... видео. Сюда мы будем вставлять лицо наше. Также называем их так же. То есть Data DST — это куда мы вставляем лицо. Data SRC — это откуда мы берем лицо. Можно вместо видео использовать набор фотографий. Да, можно. Я вам сейчас... Вот, допустим, папка, видите, Data SRC, Data SRC. То есть, если вы хотите уже брать фотографии, то есть фотографии, как мы знаем, качество лучше, намного, чем видео, вот эти slow-mo, там всякие бывают, то есть размазанные и так далее. Сюда можем вставлять просто фотографии. В эту папку закидываете фотографии, JPEG, либо PNG. PNG лучше сюда закидываем. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 переименовываем их все. Итак, что мы делаем? Первое, что нам делать, это Clear Workspace. Это у нас штука очищает наше пространство. То есть, если бы у меня в этих папках что-нибудь было, давайте что-нибудь в этой папке у меня сейчас будет, ради вот примера, у меня вот это видео здесь будет. Data SRC запоминаем. И когда я нажимаю Clean, вот Vocal, мне открывается вот такое окно, нажимаю любую кнопку для продолжения. Done, видите? Этого видео уже нету, то есть он очистит все. Он снесет ваши модели. Этот батник нажимаете, когда вам нахрен модель не нужна, либо когда вы куда-то ее уже сохранили. Иначе будет трындец, ребят. И вы потеряете весь свой процесс. Следующее. Extract image from video data SRC. Что он делает? Он берет наше видео SRC, это интервью, и из него делает кадры, каждый вот какой там кадр, сколько кадров в секунду, у нас 30 кадров в секунду. Он вот эти кадры сохраняет в изображении, то есть у нас папка будет изображение. Давайте сейчас вам покажу. Это надо нажать обязательно, если вы делаете, как я сказал, уже по видео. Извлекаете из видео. И советую вам извлекать лучше из видео. Сколько кадров в секунду? 0 пишем. Если мы ставим 0, то это значит, либо просто Enter нажимаем, он будет брать все кадры. Если у вас видео 30 кадров в секунду, будет 30 изображений в секунду. Здесь 60 изображений. Enter. Формат PNG рекомендую, все. Видите, пошел процесс. Здесь написано, сколько кадров обработал. Это сколько кадров он в секунду обрабатывает. Здесь время, которое уже обработал, то есть 8 секунд. И здесь скорость примерно, вот как он это делает. Я закрываю. Вы дожидаетесь до конца. То есть, когда у вас будет написано для продолжения, нажмите там любую кнопку. А вы нажмете любую кнопку. А что он сделал? Давайте посмотрим. Вот, разбил, как я сказал, уже кадры. Смотрите, у вас будет много достаточно таки мусора вот такого. Этот мусор нужно ручками обязательно удалить. То есть этот весь мусор надо будет ручками удалить вот так. Оп. Все. У вас должно быть чисто здесь вот человек с лицом. Не надо никакого мусора сюда. Так, следующий файл, который мы запускаем, это Extract Images from Video Data DST Full FPS. Нажимаем, теперь мы Data DST будем делать, куда мы будем вставлять наше лицо. Формат PNG, вот началась обработка. Тоже сейчас все я не буду делать, вот достаточно. Посмотрим. Вот я здесь сижу. Отлично, здесь мусора нет, потому что здесь никаких вставок я не делал, как бы. Записывал. Отлично, мы это сделали с вами. Следующее, что нам нужно сделать, это извлечь изображение, то есть извлечь... голову. Нам не нужно все остальное, мы же тренируем лицо, и нам не нужно тело человека и так далее. Сейчас я вам покажу. Для этого нам нужно... Так, четвертый шаг мы сделали. Теперь мы... А, вот она. Четвертый шаг. Data... Блин, пролистал. Data SRC Faceset Extract. То есть мы из Data SRC сейчас будем вырезать наше лицо. Открывается командная строка. Здесь уже выбираем... видеокарту свою, либо CPU. На CPU он делает, ребята, раз в 10 дольше. Так что делаем на видеокарте. То есть по умолчанию, вот цифра, которая у вас стоит, либо по умолчанию что-то, это здесь в скобочках вот указано. Нулевая. То есть если Enter нажму, 0 будет. Enter, 0, видите? FaceType. Если вам что-то непонятно, можете нажать знак вопроса. Здесь, в принципе, написано, что это такое. То есть... Face, это он возьмет лицо вот где-то вот так вот, чисто, такое коротенькое. VF, это он возьмет тут
с головой немного. Хэт он возьмет с запасом, как я сейчас примерно в рамке у вас сижу, с таким запасом он возьмет все, потому что он будет целую голову, то есть, забирать. А VF рекомендую, то есть WF, точнее, рекомендую. А он по умолчанию у нас состоит. Сейчас я изображение на монтаже добавлю у вас, как это каждый метод выглядит. Нажимаем Enter. Сколько лиц у нас в кадре? 0 это значит одно лицо. А расширение. Если вы ставите WF, это где-то от 512 до 6... Можете хоть вот максималку поставить. 248. Но просто будет больше весить это, и, возможно, у вас видеокарта не вытянет. Так что 512 либо по умолчанию выставляете, либо 640 выставляете. Если вы хэт тренируете, то надо уже 840 на 840, либо 1024 на 1024 делать, чтобы качество было получше. 512 вставляем по умолчанию. Качество всегда ставим здесь сотку. Дебаг нам не нужен. Отлично. Включилась наша видеокарта, сейчас она будет... извлекать изображение. Вот у нас 132 изображения. Сейчас она будет извлекать из них кадры. Вот. Это время, которое прошло. Это время, сколько осталось. Это сколько итераций кадров он секунд делает. Давайте для примера вот 30 кадров нам хватит. Вы ждете до конца, ребят. До конца вам будет написано, что успешно выполнено. Нажмите любую клавишу для продолжения. У вас закроется это окно автоматически. Давайте посмотрим, что он сделал. Видите? Он просто взял... и вырезал лицо. Вот в таком формате. Теперь нам нужно то же самое поступить с DSC. Чтобы вот здесь тоже было одно лицо. Находим файл. Сейчас найду его. Data SRC. Data DSC Faceset Extract. Вот пятый номер, видите? И вот нажимаем. Два раза открывается у нас опять командная строка. Выбираем видеокарту. Опять также VF. Выбираем такой же тип. То есть WF. А расширение 512 у нас было, качество сотку ставим. Extracted Fade, подключается видеокарта у нас и начинается обработка. До конца опять не буду дожидаться, чтобы быстрее это вам все показать, поэтому буду сделать вот так вот. Так, изображение извлекается, сейчас изображение 30 может быть и хватит, я думаю, будет. Так, достаточно, 35 изображений. Так, отлично. То есть он нас вот сделал, вот лицо наше вырезал. С этой вот большой фотографии вырезал нам конкретно одно лицо. Теперь мы приступаем с вами наконец-таки к тренировке. Здесь есть несколько тренировочных моделей. То есть Train AMP SRC, Train AMP, Train Quick 96 и Train Shaya HD. Shaya HD будем с вами пользоваться как основу. Потому что там наилучшее качество можно добиться. Есть тренировка Quick 96. Что Quick 96 делает? Он у нас показывает, сколько мы с вами в маленьком расширении 96 на 96, скорее всего, я уже не помню, или 64 на 64, как вообще примерно будет тренировка происходить. Давайте запустим с вами. Ой, не мерч. Я не то запустил. Так. Train Quick 96. Это для примера, ребят, не запускайте. Если вы хотите просто посмотреть, как у вас примерно будет выглядеть это все, запустите. Потому что тренировка проходит очень быстро, расширение очень маленькое. Из-за этого у вас все будет круто. Здесь мы пишем название модели. То есть у вас такое не будет. То есть давайте. Delete. Я удалю эту модель. Заново запустим. Она не удалилась. Ну ладно. Ладно, не суть. А здесь напишите просто новое свое название. То есть у вас название, как вы будете называть модель. Допустим, вот так как-нибудь я хочу назвать модель свою. Нажимаю Enter. Здесь он мне предлагает, то есть CPU, либо опять видеокарта. Как сказал, 10 раз дольше обрабатывает на CPU, но на CPU тоже можно. Выбираю, то есть видеокарту, Enter. И здесь он сейчас мне скажет, вот он загружает модель нашу, фотографию загрузил. Сейчас еще есть один моментик будет. Ждем. Смотрите, он выдал такую ссылочку здесь. А если у вас Windows 10 либо 11, вам нужно будет поставить одну галочку. Сейчас я вам покажу, где эта галочка. Вот, настройки системы, дисплей, графические настройки. Здесь галочку эту поставьте обязательно.
Вот, видите, пошла у нас тренировка здесь. Это время, которое сейчас у нас, сколько кадров он уже обработал, то есть вот 33 сотни сейчас будет. Это время одного кадра 50 миллисекунд. Это значение точности, можно сказать, тренировки, совпадения этих лиц. Чем оно меньше, тем оно лучше. И вот такое изображение, у нас есть такое. Save. Если мы нажмем кнопочку S, мы сохраним результат. Видите, он сохранил у нас. B, это сделал он бэкап у нас. Изображение P, это обновить здесь настройки. Видите, лицо пошло. И график, видите, низ опускается. Этот график как раз-таки вот этих значений. Чем оно ближе к нулю, тем круче. Тем круче у вас модель будет совпадать. Вот такие, видите, результаты мы здесь получаем. Можно нажать пробел, мы поменяем вид просто на маски вот такие вот. Все, нажимаем Enter, он у нас сохраняет модель и выходит отсюда. То есть, видите, done написано. Все. Мы будем пользоваться с вами Shaya HD. Нажимаем Shaya HD. Открывается у нас такое вот окно. Имя модели. Пишем, как у нас будет называться. Она Hemsworth будет называться. Hemsworth. Использование. Видеокарту используем. Enter. Ждем. Автобэкап. Рекомендую ставить на 1 час. Либо 2 часа хотя бы. Ну, ставить обязательно, ребят. Потому что если вы запорите модель, у вас ничего не сохранится. И в итоге вы будете в жопе. Либо самому надо подходить каждый там какое-то время, нажимать кнопочку Save, 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 чтобы сохранялись эти модели. Превью истории. Это вот изображение, которое сейчас было у нас. Оно будет, то есть... Давайте я поставлю, в общем, я вам покажу, что это такое легче. Так, итерации. Сколько мы будем делать итераций? Нормальное качество, ребят, от где-то 300 тысяч операций нам нужно. И несколько раз нам нужно будет перезапускать с разными настройками. Вот так вот еще могу сказать вам. Итерации от 300 тысяч нам нужно. Идеальное качество, прям крутое качество. Это миллион плюс. Я думаю, дипфейки, которые крутые, вот с этим, с Ди Каприо, с Том Крузом были сделаны. Я думаю, там от миллиона, 3-4 миллиона там, наверное, было итераций 100% сделано. Потому что, чтобы такого качества сделать, нам нужно очень много итераций. А 0 это значит бесконечно. То есть он будет делать, 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 делать. То есть ограничений не будет. Так он будет автоматически сохраняться и выключаться через определенное количество итераций. Мы сейчас не будем этого делать. А Flip SRC Face Randomly. То есть он будет вертеть наше SRC лицо вот так по-разному, разные углы использовать, чтобы охватить наибольший радиус. Для начала тренировки можем поставить, что тут yes на самом деле. Что тут yes, далее это надо будет убрать. Через, ну, после 10-20 тысяч итераций надо будет это убрать. Batch size. Сколько одновременно лиц он будет делать, сколько одновременно сравнений. То есть у нас он наше лицо берет и лицо Криса Хемсворда. И их, то есть, подгоняет друг по другу. Сколько таких одновременно будет делаться? Здесь минимально 2 стоит, давайте поставим 2. Оптимальное значение около 6, 8, вплоть до 12, до 16 даже можно ставить, в зависимости от вашей видеокарты. 2 ставим, если поедет, можете увеличивать потом постепенно. В начале тренировки 1020-30 первые вы можете оставить двойку, потому что это очень быстро будет прогоняться. Далее мы можем увеличивать каждый, допустим, 20 последующих 1000 итераций. Можем ставить уже 4, 6, 8, 10 и так далее, чтобы качество у нас росло. Так, resolution очень важно. Чтобы крутое сделать, то есть deepfake, вам нужно крутое расширение. Крис Хемсворт, что я сделал, был сделан 256 на 256. Видеокарта моя тянет 320 на 320, в принципе. Я сделал вот 256 на 256, чтобы побыстрее это было. Потому что на Криса Хемсворда я все равно убил примерно 2 дня. Или 3 дня даже практически. Потому что очень много у меня не сделалось. Бэкапы я не делал и так далее. Разбирался, как это все работает. У меня ушло 3 дня. Сейчас я бы сделал, наверное, за день, может быть, за 2. То есть достойное качество дипфейка. По умолчанию 128 предлагаю. Давайте 128 оставить. Вы ставьте 256+. То есть сколько вас позволяет ваша видеопамять. Face type. Я уже говорил, что это такое. Изображение заново ввожу. Вот здесь ставите, что вам нужно. У меня стоял там WF, я здесь тоже ставлю, то есть WF, Enter. Этот алгоритм ставьте по умолчанию нормально. Автоэнкодер, это у нас сколько одновременно лиц будет в памяти храниться, потому что если у нас найдет он, допустим, более подходящее лицо, он его перекинет сразу же
будет на нем тренироваться. И значение тем больше, тем больше требуется видеопамяти. Если у вас не едет, ставим меньше. То есть 256 по умолчанию нормально стоит. Здесь тоже все по умолчанию нормально стоит. Можете Enter нажимать. Mask Training, да. То есть он у нас будет вырезать лицо наше вот так по маске и будет подставлять его. Enter. Приоритет глаз и рта. Ставим Yes тоже, нам нужно. Чтобы лучше он прорабатывал глаза и рот, чтобы попадал хотя бы слова, что мы говорим. Так, Form Samples. Не помню, что это такое. Что-то я поставил, не понял, что это такое. В общем, ставьте нет по умолчанию, ладно. Blur Mask. Это у нас будет, он блюрит все, что за лицом находится. Вот здесь вот, то есть вот кресло у меня все это заблюрит. То есть, чтобы лучше он акцент делал на лицо. Можем поставить, в принципе, да. Yes. Оптимизация GPU. Да, ставим обязательно, чтобы у нас выгружало на эти фотографии GPU, видеопамять, и он там тренировал на видеокарте это все. Оптимизатор вот такой, тоже ставим yes. Если у вас не едет с yes, ставьте no. Оптимизатор, качество лучше. В общем, если вы поставите yes, будет у вас качество получше. Вот так сразу вам скажу. Нет, качество немного ухудшится. Да, но зато у вас поедет хотя бы настройка. Ставим yes на данный момент. Use rotate. Не помню, что такое это. Давайте знак вопроса поставим. Смотрим, что это такое. Я понял, что это такое. Это если мы используем... Это пока вам не надо. Пока ставим no. Это когда мы будем улучшать качество, мы будем с вами ставить здесь yes, либо CPU. Лица. Рандомизировать лица. Всякие такие... Искривлять будет лица, чтобы подобрать лицо вот как нужно. То есть вам нужно на начальных этапах 1030, 40, 50 тренируйте с yes. Потом уменьшите. Здесь все оставляем по умолчанию. Градиент no, pre-train мод no. Все. У нас прогружается наша модель, загрузилась. Написано ля-ля 3 рубля. Все, вот она прогружается, давай. И вот у нас получается, видите, как мы ставили? Мы ставили два потока, видите, написано batch size 2. 90 миллисекунд каждый кадр делается. И вот мы можем с вами смотреть, видите, потихонечку он... Будет вот так вот улучшать его. Каждый кадр у нас вот так будет улучшаться. Видите, значение пока единица. То есть это вообще херово. Как я сказал уже, не хочу я сейчас, то есть, делать, наверное, дальше вот это. Потому что у меня лицо уже отренировано, я вам просто показываю. Вы ждете, когда здесь у вас будет где-то 1030, 40, 50 итераций. Потом что мы делаем? То есть здесь те же самые, то есть настройки, то есть пробел у нас, видите, маску включает, S делает сохранение, B делает бэкап. Видите, сохранение новое у нас, и вот значение, видите, уже можно отслеживать, как оно меняется. То есть было 4.15, стало 1.74, то есть улучшение уже есть. Если вы сделали бэкап, у вас будет бэкап каждый сохраняться здесь с новой строчки, и вы можете отслеживать, что у вас значение вот это ползет вниз. Давайте я сделаю опять сейв. Посмотрим, сколько сейчас оно. Уже. 1.35 уже, видите? Оно постепенно сглаживается, то есть. И вот качество все лучше, 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 лучше. И потом до идеала у вас практически оно будет доходить где-то после 300 тысяч итераций. Но вам надо потом будет биться за качество. Нажимаем, то есть, Enter. И то есть он нас сохраняет. Что я хочу сейчас сделать. Так, вот, done, видите, написано. Значит, все, можем это закрыть. Итак, когда вы сделали где-то 50 тысяч итераций, 40-50 тысяч, мы с вами сохранили этот файл, заново заходим в Train Shide. Здесь у нас есть уже последняя модель Хемсворда. Нажимаем, да, Enter. Использовать CPU, либо видеокарту. Опять видеокарту. Сейчас вам выйдет предложение, что нажмите любую кнопку. Видите, 2 секунды у вас есть. Нажмите обязательно какую-то кнопку за эти 2 секунды, пока это вылезло сообщение. Иначе он вам с тех же настройках будет тренировать. Нам с тех же настроек не надо. Он у нас загрузил настройки. То есть автобэкап не трогаем. Историю не трогаем. Итерации. Можем выставлять итерации, если вы хотите. Допустим, поставить 50 тысяч. У вас сохранило, но вы можете переходить к следующим настройкам, чтобы самому там не выключать этот каждый блокнот. Очень удобно. То есть у вас будет 50, 80,
90, 110, там 150 и дальше вот так выставляем для каждой итерации. Я пока ставлю 0. Когда мы сделали 50 тысяч итераций, здесь мы можем уже вставлять нет, то есть флипить, разворачивать как-то наши лица нам не надо. То есть no ставим и здесь тоже no. Batch size мы можем поднять уже до 4, когда мы сделали много, то есть таких итераций. До 4 поднимаем. Маску мы оставляем тренировать. Ice priority оставляем. Здесь давайте я все-таки посмотрю, что это такое. Если у вас, в общем, датасет маленький, ставим yes, если большой no. Нет, ставим. По умолчанию как стоял, он так и стоит. Blur mask оставляем. GPU оптимизацию оставляем, это тоже оставляем. Все оставляем до вот здесь вот. Когда мы уже с вами сделали достаточное количество итераций, то есть это 50 тысяч итераций, то есть можем уже включать вот rate dropout. Но пока можем не включать, на самом деле. То есть можем поставить здесь уже либо N, либо CPU. Я рекомендую поставить CPU. То есть чтобы у вас на процессор больше нагрузка уже пошла обработки некоторых кадров. Да, вы потеряете 20% времени. Но ничего страшного, потому что видеокарта, это все грузится в видеокарту, вот все эти настройки. И у вас может видеокарта просто не потянуть, если у вас расширение стоит нормальное там, допустим. То есть здесь... Ладно, я даже ставлю процессор, потому что в видеокарте у меня забиваются все вот мои там 12 гигабайт, у меня остается, дай бог, там 30 мегабайт, 400 мегабайт остается. И туда явно вот это уже настройка не влияет. Я ставлю здесь CPU уже. Warp of samples, вот этот рандом. Здесь мы тоже уже можем потихонечку его отключать на самом деле. То есть можем поставить уже no, то есть он не будет так коверкать как-то лица наши. И поэтому здесь мы можем уже поставить, в принципе, no это значение. Но это только после 50 тысяч итераций, запомните, ребят. А лучше даже после 100 тысяч, на самом деле, это сделать. Когда ваше лицо, когда вы будете на превьюх смотреть уже, рот одинаково будет открываться и все такое. Вот за этим следите, пожалуйста. Здесь все по умолчанию оставляем дальше. То есть также у нас все прогружается, загружается. И мы продолжаем тренировку дальше с наших итераций. То есть вот, прогрузил нашу модель уже. Batch size стоит 4. Другие настройки стоят уже. Сейчас он начнет как бы нашу тренировку. Тренировка у меня не начинает. Видимо, у меня все. Видеокарта сдалась. Одновременно записывать ли и что-то показывать. Скорее всего, да. Давайте я закрою ради примера. Видите, иногда да, иногда прям подключивает, иногда можно так запороть, что прям жесть все здесь. Давайте повторно попробую запустить это все. 4 batch size у нас уже, маска да, глаза да, здесь так, рандом нет уже, там цепу я пропустил, но ничего страшного. Просто показать вам, что тренировка, в принципе, дальше пойдет. Так, ждем загрузки. Надеюсь, сейчас он нам покажет окошко все-таки наше. Да, вот окошко показал. Видите, мы уже 4 потока поставили. Здесь 4 уже у нас изображения идут. Время увеличилось уже 100 миллисекунд на одно изображение, да. Но здесь надо вам найти оптимальное значение. Вот так можем, видите, обновлять постепенно. То есть вам нужно, ребят, 300-400 тысяч операций. Просто сейчас качество, видите, такое хреновенькое. Достаточно таки. Поэтому все дело во времени, на самом деле. Когда вы поставите batch size, у меня стоял batch size в пике 12, он обрабатывал у меня где-то 2 кадра только в секунду. Здесь было написано не 100, а 500 миллисекунд, 500-600. Так что это очень долго. Так что все, закрываю вам Enter. Enter нажать, чтобы сохранить, ребят, не забываем. Давайте я покажу, как выглядел мой проект, который я сделал. Вот такое изображение. То есть в модуле мы можем смотреть, как выглядела наша вот тренировка. То есть вот это. Вот так, видите, выглядело. Это вот 173 у меня сохранились последние тысячи. А вот примерно вот так вот он уже отделял лицом. Вроде как неплохо, видите. Уже лицо выделял он хорошо. Итак, когда мы с вами сделали уже какой-то результат, то есть у нас какое-то сохранилось количество эпох,
То есть мы можем модули отслеживать, вот на превьюху нажимать вот на эти файлы и смотреть, как у нас выглядит, сколько здесь вот тысяч эпох. Когда у вас будет где-то 1200 эпох, 300 тысяч эпох, вы можете уже постепенно переходить к обработке видео. Давайте приступим к обработке видео. Буду показывать здесь уже. А, что нам нужно? Смотрите, здесь есть merge sci-hd. Нам нужно нажать на него. Merge sci-hd. Открывается опять у нас командная строка. Он, возможно, не с первого раза оно открывается, так что ничего страшного. Можете просто закрыть ее и заново перезапустить. То есть, скорее всего, у вас она прогрузится просто, иногда пролагивает. Так, модель. Выбираем, да, модель, которую мы тренировали. Видеокарту выбираем, да. Сейчас мы будем с вами уже подставлять конкретно лицо. Интерфейс показывать, да. Why? Потоки процессора. Ставим максимум, сколько у вас, то есть потоков процессора. У меня 6 ядер, 12 потоков. Я ставлю 12. По умолчанию вот значение 12. 12 ставим, да. Вот он начал прогружать модель. Так, у меня есть все зависло. Так вот, у вас появляется вот такое окно. Здесь, в принципе, все настройки показаны. То есть, что мы можем здесь сделать? То есть, Tab, менять вид. То есть, сейчас покажу. Господи, как это все долго. Вот. Мы табом вот меняем вид этого окна. Ведь табом. Здесь настройки есть некоторые. То есть, вот, это менять формат. То есть, изображение. Нажимаю 1. Такое лицо. 2, видите, такое. 3, такое. Видите, он цвет немного меняет. То есть изображение. Вот так можно вообще вот такой кадр вообще посмотреть. Подбираем под свой все вкус. То есть выбираю, допустим, вот так мне нравится. Достаточно-таки неплохо. Дальше смотрим, что тут еще можно сделать. QA у нас отвечает, на самом деле, я не понял за что, потому что я их нажимал, как бы они вообще как будто не работают. Они, походу, работают только с фейсом, когда полное лицо у нас. Маска. А плюс-минус на клавиатуре они увеличивают, видите, уменьшает изображение. Маска VS, смотрите. Сейчас я прибавляю маску, вы можете следить за настройками, оно вот здесь, видите, написано. Маска. Видите, что он делает? Он сужает эти просто поля поиска. То есть он их сужает, маску уменьшает. Если мы другую сторону крутить, наоборот, у нас будет маска увеличиваться, видите. Маска, видите, увеличивается. Здесь все индивидуально, ребят. Здесь сами играйте для лучшего качества. То есть настраивайте это все. То есть Ешечка, она у нас блюрит. Вот этот, видите, край острый. Видите, он какой острый вот тут, допустим. Если я поставлю здесь уже вот так вот где-нибудь. Видите, он размыл край. И лицо как бы как будто получше уже сюда влезло. То есть здесь все индивидуально, как я уже сказал, играем. Так, R-очка, это блюр. Где-то ставим 1-2. Ну, в общем, все по вкусу, ребят. Все это делайте по вкусу. Дальше resolution, это расширение, то есть качество. Он будет крутить резкость вам просто, можно сказать. TG, в общем, на клавиатуре, видите. Резкость, он как бы крутит резкость сюда. Вот сотка. Прям резко-резко все сделал. Играйте все индивидуально, как я сказал уже. Blur Share, это у нас... на самом деле я не понял, что такое, но в общем поиграйтесь сами. Смотрите, здесь в общем все настройки написаны. Чтобы посмотреть следующий кадр, как будет выглядеть, стрелочки на клавиатуре вот такие вот есть. Next Frame, видите? Вот нажимал я эту стрелочку. Тоже жужжал, видите, следующий кадр. Вот так следующий кадр можно посмотреть. Если у вас, в принципе, маска устроила, просто нажимаем Shift и эту стрелочку. Видите, поползли, в принципе, проценты. Вот у нас 312 кадров. Примерно 5 кадров в секунду, 4. 3 кадра на секунду, да, будет. С какой скоростью, мне даже интересно, будет делаться. Даже 2 кадра в секунду вообще сейчас будет делать. Ну, в общем, вот так вот постепенно ждем, когда у нас все кадры вот эти сделаются. Итак, все кадры он у нас сделал, в принципе. Нажимаем Escape просто в том окне, видите, он сохранил, типа, датасет пишет. И done написано. То есть можем закрыть это.
окно. Следующее, что вам нужно, то есть уже отконвертировать merget to mp4. Нажимаем. Либо AV может, либо mp4. Битрейт 16, то есть мегабайт в секунду он будет. По умолчанию оставляем нормальное. Вот пошло преобразование этих кадров. Видите, вот тут. То есть здесь битрейт написано, скорость, там сколько прошло. Сейчас он аудио. Вот аудио он сделал. Все, любая кнопка для продолжения. И вот у нас получилось вот такое вот видео. Ну что, ребята, хотите такое же качество дипфейка? Я вам сейчас. То есть, как мы поняли, сделать все возможно. Вопрос только времени, ребят. И, конечно, видюху мы напрягаем с вами знатно. Дальше подробнее буду разбираться с этой программой. Еще сам полностью не разобрался. Хотим с вами поделиться просто новыми наработками своими. Так что сразу же поделился. Как только что-то сам сделал. Дальше я буду углубляться в нее, смотреть, что еще можно там сделать, какие возможности у нее есть. Пока мне очень это нравится и радует вот эта вся тема, которую возможно добиться. Но видеокарту, конечно, хотелось бы мне уже лучше. Я понял, для чего нужна видеокарта 24 гигабайт теперь. Я выбирал себе 3080 Ti для игр, я посмотрел по производительности в играх 3090 и 3080 Ti особо не отличались. То есть там 5 кадров, я подумал, да хрен с ними, не буду переплачивать. Не переплатил, в принципе, и зря. Лучше бы взял себе с 24 гигами видеокарту. Теперь задумываюсь, надо бы, возможно, когда-нибудь будет обновиться на видеокарту помощнее, чтобы делать штучки еще прикольнее. То есть руки будут еще более развязаны от этого всего. Итак, буду потихонечку углубляться в эту программу, буду вам все показывать, рассказывать, как там все делается. Там очень много всяких настроек, то есть сам все буду разбираться и вам буду показывать постепенно. Вы сделайте хотя бы вот такие модели, попробуйте повторить за мной, какую-нибудь модель сделать. Дальше я вам подробнее все буду рассказывать, как еще улучшать качество. То есть у нас есть After Effects, мы можем там улучшить на самом деле этот результат. DaVinci можно тоже улучшить этот результат потом. Здесь еще в настройках резкость можно подкрутить, тоже улучшить результат. Но самое главное, ребят, хорошее разрешение, хороший датасет, куда, откуда мы будем брать с вами фотки. Это очень важно. Готовые датасеты, да, есть в интернете, можете найти, в принципе. Но все равно вам придется тренировать. То есть у вас будет сборка уже лица, то есть какого-то актера, возможно. Но тренировать все равно вам самому придется у себя. То есть нет здесь готовых решений, уже нет, чтобы я выгрузил это, и все, у меня все заработало. И сразу же нажал уже, типа, получить mp3 файл. Нет, такого решения нет, вам все равно придется тренировать, ребята. То есть, вот моя видеокарта, вот она, я как будто майнил на ней, ребят. Там у меня просто 340 ватт она жрала, а процессор потом в моменте тоже, когда я включил CPU на сглаживание, у меня он жрал тоже там под 140 ватт, то есть у меня весь системник жрал 600 ватт практически мощности, и каждый час он жрал, так и мне вот приходилось, поди знаю, сколько по времени это вот делать, то есть мне эта модель обошлась даже в деньги какие-то существенные уже, ну и существенно, рублей 50 мне обошлось, чтобы делать Криса Хемсворда до этого, представляете себе? А то и больше на самом деле. Так что да, за 3 дня я добился такого результата. Эпохи очень долго идут, когда вы начнете... Вы с самого начала работаете над тем, чтобы у вас двигался рот одновременно, глаза хорошо закрывались, мимика какая-то была. Вы работаете над этим. Потом вы работаете над качеством. Уже вот волосы все эти, глаза хорошо проработанные, чтобы были. Чтобы вы раньше времени не запрыгивали на следующий этап, ребят. Пока у вас мимика идеальна, вы будете отслеживать на P английскую нажимать. И у вас не будет идеальная мимика, там, как у вас мимика будет нарисована, изображение последнее, как у актера, даже не приступайте к улучшению качества. Улучшение качества, как я сказал, там уже надо поставить CPU в одном месте и в одном месте тоже снять, что он не рандомизировал, уже так вот по-разному лица. Это улучшит качество, это начнет уже работа над улучшением качества. Batch Size я уже сказал, что это такое, так что вам все, ребят, я уже сказал, показал. Так что с вас, как всегда, подписка на канал,
лайк и колокольчик, естественно. Также не забываем подписываться в Телеграм, там буду выкладывать все новости, интересное что-нибудь, когда что-нибудь появляется, выходит. Все самое новое там. Там же не забываем нажимать, то есть в чат можем вступить. В чате у нас человек 40-50 уже. То есть, если я не отвечаю, ребята там уже отвечают. Ребят, большое вам спасибо, что вы отвечаете просто на все. Я уже не могу отвечать. Вот что я вижу, и что я уже не отвечал, я отвечаю. Что я уже отвечал, мне уже сложновато отвечать. У меня уже просто немножко подгорает, когда меня одно и то же спрашивают, как это сделать. То есть, видео, допустим, я все то говорю, как сделать. Но если, то есть, спрашивают, не очень хочется отвечать повторно. Так что, ребятам, большое спасибо, что вы отвечаете. Огромное спасибо. Так что, близимся к 1000 подписчиков, ребят. Сейчас 750 вроде бы, да? Или 850 вроде бы я недавно смотрел было. 850 подписчиков, ребят, каждому большое спасибо, большая благодарочка. Так что, работаем дальше, улучшаем контент. Будет много чего интересного дальше. Так что всем пока-пока и удачи!